Украинский народ сражался за свою свободу точно так же, как за свободу сражались народы Кавказа. Украинская повстанческая армия репрессировалась немецкими властями. Как лидер этого движения, Бандера считается у определенной части украинского народа героем. Точно так же, как и имам Мансур, имам Гази Мухаммад, и имам Шамиль и другие имамы считаются героями у народов Кавказа. Если украинцам нельзя считать героем Бандеру, то почему россиянам можно считать героем генерала Ермолова, предавшего огню десятки чеченских сел, залившего кровью Кабарду, вешавшего горцев на железных крюках, не щадившего ни детей, ни женщин, о чем пишут сами же русские источники? Если украинцам нельзя ставить памятники Бандере, то почему россиянам можно ставить памятники Ермолову или генералу Засу, который коллекционировал головы горцев, или генералу Борятинскому, подвиги которого в Горной Чечне также хорошо известны?